министр Майкл Кэллоу, моя жизнь зависит от вас. Если вы не сделаете в точности, как сказано, сегодня в 4 часа дня я буду казнена. Что им нужно? Сюзанна озвучит это дальше. Это касается вас напрямую, сэр. У нас лишь одно требование. Оно довольно простое. Сегодня в 4 часа дня премьер-министр Кэллоу должен появиться в прямом эфире на всех британских эфирных, кабельных и спутниковых каналах. И без какой-либо инсценировки совершить со свиньей половой акт.